Зима 2017 и 2018 выдалась у каждого своя, но для людей, собравшихся тут, есть общее воспоминание, их первый шаг в мире барабанов. Да, одним холодным ноябрьским вечером прогремело над городом объявление о том, что у каждого ижевчанина, ни разу игравшего за барабаном, есть возможность изменить свою жизнь. Тот человек, который достигнет за 2 месяца самого лучшего результата, с нуля, с абсолютного нуля, получит главный приз – электронную барабанную установку. Естественно, только самые смелые и доверчивые решились принять участие. В нашем городе их оказалось всего 15, и только самые упорные и целеустремленные дошли до финала. Поэтому все люди, которые будут сегодня выступать, достойны больших оваций и восхищенных глаз. Потому что на 630 тысяч жителей их оказалось всего 5. Всего 5 таких зажженных и талантливых. Ровно 62 дня они учились держать ритм, учились держать палочки, осваивали различные техники, аппликатуры, рудименты, все это настукивали один и тот же ритм и засыпали с мыслями о технике ап-даун. И сегодня мы увидим, какого результата они достигли, как звучат их любимые песни в исполнении наших героев и, конечно же, кто окажется победителем. Итак, итоговый концерт музыки строгого режима объявляется открытым! Определять, кто же станет победителем, сегодня будут наши судьи. Барабанщик с 7-летним стажем, исполнитель блюз-рока, рока и металла, бывший участник группы «Весна метро», «Фокус Морган» и кавер-бенд «Майами» Андрей Баранов. Бывший участник группы «Бездна», действующий барабанщик группы «Вестерн Скраб», постоянный участник фестиваля «Грин Чайка» Потап Серов. Артист Государственного академического ансамбля песни и танцы Удмуртской республики Валерий Хитрин. Солист концертного оркестра «Арсенал Бэнд», педагог первого класса ударных Республиканского музыкального колледжа Ижевска, барабанщик групп «Блюзмейкерс» и «Каренин», участник передач «Шире круг» Максим Яковлев. Для вас у нас есть отдельный бонус и сюрприз. Человек, который будет оценивать вас как человека-исполнителя, который будет смотреть на ваши артистические данные, то, как вы сидите, какая у вас осанка, как умело вы скрываете волнение и так далее. В общем, больше всего вам следует улыбаться именно ей и нашему фотографу. Майя Голубева! Первым участником у нас будет Алексей Ветчанин. Попробуем.
Пробел. Молодец, пробел. Стоп, не уходи, пожалуйста. Давай, пока судьи совещаются и думают, что тебе поставить, мы с тобой поговорим. Упорно готовился, окей? Упорно готовился, все два месяца. Ночью не спал. Я просто думал, как же я буду убивать. Одну ночь не спал. Все. Самому понравилось твое выступление? В целом неплохо. Нам очень понравилось. Здорово. Так, а что ты вообще ожидал от конкурса, когда вот ты приходил сюда? Какие были главные надежды? Во-первых, я хотел научиться играть классные композиции. Ну и забрать эту барабанную установку. Ну здорово. Получил хотя бы что-то из этого пока что? Я думаю, первую часть, да. Молодец. Есть что-то, что понравилось, что не понравилось в данном конкурсе? Вообще. Все нравится пока что. Ну, здорово. Тогда все, мы тебя отпускаем. А нет, стой. Судьи. Да, ваше решение готово? Да. Ну, давайте. 3, 2, 1, торжественный момент. 9, 8, 10, 9, 8. Поаплодируем. Может быть, ты хочешь слышать, почему тебе такие оценки поставили? Ну, я бы с удовольствием послушал. Давайте послушаем. Порядку? Ну, да. Или самого строгого? Ну, давайте самого строгого, наверное. Так, я, во-первых, хочу сказать, что ребята, вы большие молодцы, что готовились и что занимаетесь этим. Так, первый конкурсант, в чем сложность для нас? Все-таки нужен все равно какой-то запас. Мы не слышали других, я для себя этот запас сделал. Вот, плюсы я отметил. Ритмично играет основной ритм. Это безусловно, плюс. Я по пятибалльной по своей поставил 4 с плюсом. Потому что 5 это дикий восторг, а 5 плюс это 2 диких восторга должно быть. Вот. Дальше, я про хорошее сейчас говорю. Так, динамика есть, молодец, нюансы делал. То есть я для себя поставил, просто плюс поставил. Так, динамика это имеется в виду нюансы, да, вот ты переходы делал, вот эти трелки, та-та-та-та-та с нарастанием с таким, да, все поняли, о чем я. Так, баланс. Баланс, в принципе, с фонограммой, вот, то есть баланс был, все совпадало. Молодец, за артистизм твердую пятерку тебе поставил. То есть, вот. Минусы, что мне как бы немножко не понравилось. Во-первых, очень трудно было, да, Алексей, очень трудно, я понимаю, ты первый самый, это нужно, ну, тебе как бы надкинуть еще, по идее, балл. Вот. Триоли не совсем ритмично, вот эти вот. Чуть-чуть, где-то та-та-та, немножечко, чуть-чуть надо уложить. Их трудно укладывать, я соглашусь, их очень сложно за 2 месяца вот этот вот как бы триольный пульс сделать. Это трудно. Вот. И всего один фил вот этот вот. Мне не понравился. Еще что-то поискать надо. Там не только триули, там что-то там-пам-пам и там-там-та-там. Ну что-нибудь. То есть. Но это тоже сложно просить, потому что вы всего 2 месяца. То есть вам это бы сыграть. Поэтому тут, ну, не такие придирки. Пока вот так вот, это с моей стороны. Максим все сказал, тут добавить просто нечего. Валерий, есть что добавить? Ну, если только могу добавить то, что артистичность как бы и чуть-чуть движение как бы хотелось бы увидеть. А все так отлично, мне понравилось. Ну, головой больше мотать, да? А мне наоборот показалось, что довольно уверенно Алексей себя ведет. И если бы я не знала, что есть такой конкурс, я бы решила, что он занимается барабанами давно и получает удовольствие от процесса. Это здорово. Получаешь удовольствие? Так есть. Здорово. Тоже хочу присоединиться к коллегам. Очень понравилось. Ну, достаточно ровно так. Бочку вот хорошо лупишь. Вот за 2 месяца это вообще так. Чтобы да, хорошо. В принципе, все. Спасибо. Спасибо. Следующая, Рузана. Ладно, похлопайте. Еще.
буря оваций. А тебе самой понравилось выступление? Да. Молодец. Скажи, что ты ожидала от конкурса? Я ожидала научиться, во-первых, играть на остановке, кайфануть при выступлении. Ну и дальше продолжать потом. Ну и забрать ударную установку себе. Без этого никуда. Ну, удовольствие ты уже получаешь. Да. Супер. А вообще, что тебе понравилось, что не понравилось во время всего конкурса? Мне все понравилось. Очень понравилось занятие с Равилем. Поаплодируем! В принципе, здесь атмосфера в этой школе классная, так что если вы хотите научиться... Оценки судей? А, ну да. 10, 7, 10, 8, 10! Давайте, чтоб никто никому не присоединялся, начнем с Валерия Хитрина. С Валерия! Ну, что могу сказать. Ритм я поставил так, для себя пятерку с минусом, можно так сказать. Вот, мне показалось, что чуть-чуть как бы нюансов не хватило, то есть где-то местами, ну, хотелось бы пиано где-то услышать, где-то вот еще там добавить погромче. Ну, а в целом, так, для себя пятерку поставил. А это по пятибалльной школе или по десятибалльной? Ну да, для себя. Угу. А в целом вот 8 баллов. Оценил так. Ну, вот. Здорово. И еще бы хотел добавить, молодец. Для девчонки сложно вообще как осваивать это все. Инструмент. Больше. Нас тут больше. Андрей? Так. Ну, трек посложнее предыдущего участника. Тут, конечно, да, большая работа. Молодец. Справилась с задачей? Да, справилась. С ритмом вроде нормально. Так, бочка, нормально? Нормально. Я сначала думала поставить 9, когда увидела, как Рузанна, как мне показалось, немножко расстроилась. Она, видимо, не туда попала или что. И, ну, я секрет открою, я вообще в этом не очень разбираюсь. Я просто наблюдаю, получаю удовольствие. По моей должности часто мне приходится бывать на концертах, смотреть, как ведут себя барабанщики, что происходит, когда они ошибаются. Вот у Равили есть очень хитрый ход, он просто широко улыбается. И в тот момент, когда ты, видимо, победила вот этот настрой, ну, может быть, какой-то упадок, и улыбнулась, я подумала, ну, это была большая победа. Волнение. У меня человек приехал неожиданно. И кто же мне? Человек, представься. Кто тут нас так распутал? Я новости. Я была спокойна до этого момента, пока не увидела. В общем, все здорово, и ты молодец. Ты прям вот в рамках одного выступления победила себя. Так, ну, я опять строг, как всегда. Да, соглашусь, трек сложнее. То есть здесь не прямо каждые вот четверти, да. Но с другой стороны, Алексей-то, он тоже мог не попадать на них. Там у него же паузы были, там тоже свои сложности были. То есть, конечно, надо просчитать паузы, он там очень четко вступал. Вот, Рузана, к сожалению, вот, за эти двоечки, за непопадание, я тебе минусы поставил. То есть я с Алексеем не могу тебя сравнять, к сожалению, к своему. А так молодец, все, что сказали, у тебя вещь была посложнее, да, ритм сложнее, брейки интересные у тебя, ну, заполнение филовые. То есть молодец, что ты берешь такие сложные вещи. Чуть-чуть еще подрастешь, и будет все здорово. Как бы с такой музыкой все равно сложно начинать. Тяжело, но четкость удара... Мне понравилось. Все замечательно, в принципе. Спасибо, Рузанна. Мы тебя отпускаем. Молодец. Анатолий Салтыков. Скажите, пока не тот. Нет, ну давай мы тебя пока спросим, кто такой Анатолий. Анатолий? Расскажи об Анатолии, как об ученике. В
я не готов был к таким вопросам. Смена. Анатолий, как и все остальные участники, целеустремленный молодой человек и готовый до конца идти к победе. То есть он поставил себе цель и идет к ней. И вот сейчас он к ней приходит уже. Уже к ней подкрепил стул. Уже готовится к ней. Понравилось выступать? Ну да, выступать всегда классно. Здорово. Приятно. Страха нет? Страх есть. В этом вся прелесть. Молодец. Здорово. Так, понравилось, как выступил? Ну, сейчас оценки увидим. Ну, самое главное, свой элемент. Да, да. Молодец. Само получилось, да? Импровизация. Так, понравился конкурс, понравилось участие в нем. Рад ли, что ты пришел сюда? Да, очень рад. Вообще ни разу не пожалел.
понравился конкурс. Спрашивали там положительные, отрицательные стороны, отрицательных никаких нет. Положительные, самое главное, положительная сторона этого конкурса – это Ревиль, конечно. Сейчас оценки будут. Да, в общем, все здорово. Спасибо большое. Итак, оценки судей. 9, 7, 10, 9, 8. Выбирай, наверное, сам. Кто первый? Наверное, самого строгого. Я, не знаю, может, неправильно скажу следующее. Я слушал тебя, вот ты разминался, Анатолий, да. Я думал, победитель разминается. То есть, что-то ты переломался, по-моему. То есть, у тебя настолько ты уверенно играл, я вот там услышал, это бывает со всеми. У нас студенты готовятся в училище, готовятся полгода, делают программу и выходят, и останавливаются 5 раз. То есть, бывает такое, вот имей в виду. Это нужно. Я вообще хотел, конечно, хотел поставить еще меньше, но я посмотрел, как ты невозмутимо держишься. У тебя сложная программа, на самом деле, вещь сложная. Эти двоечки ты сыграл первый раз отлично. В конце только немножко там их смазал. Да, и вот двойной удар тебя подвел прямо по бочке. Двойной метроритмика. Все четко, ты это чувствовать должен. По динамике молодец. То есть, ну вот, я хочу сказать, что Рузана в этом плане, она поритмичнее маленько была, но у тебя свои фишки. То есть, вы в чем-то вот так вот. И поэтому я вас уравнял. То есть я не смог тебе, ну, на самом деле, я думал, ты выше дал ставить. Спасибо. Валерий? Я не отвечаю. Давайте послушаем. Добавить еще хотел то, что мне показалось, что вещь сложная ты выбрал, чем предыдущая. Вот, ну, что еще добавить? А мне понравилось, что... Лицо невозмутимое. Да. Просто растворился в том, что он делает. Неважно, получалось, не получалось. Тем более, я это вообще не знаю. Ну и, конечно, после того, как он бросил палочки, там уже все мозг включился, это было здорово. Зрелище – это классно. Спасибо. Андрей, Потап, есть еще что добавить? Анатолий как-то убежал. Все сказали. Ну здорово. Тогда предлагаем следующую участницу увидеть. Таню Чистякову. Татьяна пришла в нашу школу с таким прямо рвением, диким упорством и до последнего барабанила с очень-очень боевым настроем. Ну все, давайте поддержим. Таня. Угу. Поехали. We'll be right back.
победителем у нас была Татьяна Чистякова. Понравилось, как выступала? Конечно, лучше! Я выиграла! Ты молодец большая, на самом деле. У тебя были какие-то сложности в обучении? Мы знаем, что ты уезжала на 2 недели. Тебе это сильно не помогло, скажем так? Да. Ну, видно было сильно. Ну, ты нагнала. Ты очень хорошо сыграла. Нам понравилось, по крайней мере. Что, сразу перейдем к оценке судей? Да. Давайте. Итак, 9, 6, 10, 7, 7. Хочешь услышать? Хочу десятку. Кто поставил 10? А я поставила 10. На самом деле, мне очень понравилось, как держится Татьяна. Невозмутимость. Она действительно невозмутима, и она такая сначала тихонечко погладила тарелки, а потом как залепила, что не каждый молодой человек может так отлично добавлять тарелки. Сила есть, да, видно сразу. И вот... Ну, какой-то такой образ, то есть я смотрю на нее, и, в принципе, я ее вижу как участницу какой-то группы. Это такой образ у тебя очень подходящий, с барабанами органично очень смотришься, и действительно спокойно. Я бы уже там, наверное. Что происходит? Спасибо. Я боюсь уже всех в ступор своими оценками. Вогнал. Ну, когда что? Да, не хочу я что-то говорить, так я хочу сказать, вот с этого начать. Динамика 2+, молодец. Сделала динамику, браки делала с динамикой, все это. То, что невозмутимо, это тоже плюс. Можно еще к предыдущему, к Анатолию хотел, я извиняюсь. Перейду сейчас, перебегу. Анатолий мне что еще понравилось, он на тарелке разные зоны выделял там, вот. И по чашечке, и по, то есть вот еще плюс большой за это. Так, Татьяна. Ну что, ритм, фил, вот ритм, не ритмичненько там потерялась где-то. Молодец, что не стушевалась, что до конца доиграла, это 3+, это все перекрывает. Ну пойми, что на концерте будет важно, как ты вот в ритме будешь. Понимаешь, если ты с подзабивами даже будешь играть, не под плюс, даже под минус, это очень сложно было. Поэтому обязательно надо всегда собираться, вначале послушать, это очень тяжело, это не сразу дается все. Так, за динамику я плюсы поставил. Баланс, вот как раз вот тарелка мне как раз не понравилась по балансу. Вот смотри, ты когда не доиграл, да, слабо стукнул, например, да, есть пережал звук, когда очень сильно она у тебя раскрылась сразу же. Я выпирает, вот когда тебя подзвучат в студии, вот одна тарелка вот эта вот, крыш лететь, особенно если она еще не очень хорошая, она будет все тебе мазать это, то есть имею в виду. То есть надо силу соразмерять. Вот, например, томы тоже. Ты можешь так сильно стукнуть, что звук пережмется, они плоско будут звучать, какие бы хорошие ни были. То есть с этим надо очень аккуратно быть. Ну и что? И что ты собралась все-таки? Невзирая на вот эти преграды, что тебе было трудно, тяжело, и можешь с нервами где-то справиться, где-то не тот звук какой-то ожидала, да? Ты все-таки собралась, ты до конца доиграла там, невзирая ни на вот какие там помарочки. То есть вот за это тебе тоже плюс. Молодец. Валерий. Что добавить? Мне кажется, на вокал пинг поставить. Пинг. И вообще пойдет. Так все, мне понравилось. Потап? Да, ну, у всех бывают оплошности. Главное. Я тоже нервничаю, у меня тоже такое же бывает, поверь. Жена моя расскажет. Хорошо, мне понравилось очень. Экспрессий было много от зрителей. Зал горел, это точно. Так, ну, был рисунок вот сложный достаточно такой, как бы для новичка. С хэта на крэш вот этот вот. Это нормально, хорошо вот. Так, еще что? Хэт открывала. Никто не открывал. Вот это четырьмя, как бы, двумя руками, двумя ногами. Это тоже сложновато. В принципе, все остальное, все сказали. По ритму. Хорошо тоже. Последняя финалистка Юлия Герасимова.
начали готовиться. Давайте узнаем, у нас есть фанаты Майкла Джексона в зале? Есть. Вот, да, я тоже. Одна деталь. Мы же в 80-х проявляемся. Да, спасибо. Поклапаем. Угадаем, сколько Юля получит за артистизм. Нет такой оценки. То, что понравилось участие, это мы выяснили, это выступление, я да. Я думаю.
А что ты ожидала от конкурса? Что получила? Я ожидала просто научиться выражать себя в музыке по-новому с помощью барабанов. И просто получать удовольствие от процесса. Это ж так... Ух, потрясающе! Ну, ты, по-моему, ну, выразила себя, да. Я надеюсь, да, что это у меня получилось. Ну да. А что понравилось, что не понравилось? А, в плане? В конкурсе, да. В конкурсе? С ноября месяца, скажем так. А, сначала было трудно, не скрою, но когда... Видишь свой результат, когда видишь, что уже что-то получается, хочешь работать дальше, чтобы становиться все лучше и лучше, поэтому минусов нет, я бы сказала. Что было самое сложное? Самое сложное — не зажиматься. И держать палочки, чтобы они не вылетали из рук. Это часто еще случалось просто. Вот. Спасибо тебе большое. Узнаем оценки судей. Да. 9, 12, 8, 9. Ну давайте, наверное, самого главного судьи, который поставил оценку еще до выступления. Ну, действительно, выступление можно поделить на три части. Это было подготовка к выступлению, отдельное выступление. Там Юля заставила поработать всех, и Рави там помогал. И Денис тоже. Само приготовление выглядело очень зрелищно. Само выступление было, ну, просто супер. Прям такое ощущение, что ты уже давно сидишь за барабанами. Ну и то, что ты не испугалась что-то сыграть, я не знаю, была это импровизация или что-то и песни, но тем не менее ты приняла вызов и такое, ну, здорово, молодец. Спасибо. Максим, расскажите себе. Ребята, посмотрите, как дышит человек после игры. Ну, после плотной, хорошей игры, когда вкладываешься, это всегда так. У всех, будь ты хоть трижды профессионал, то есть она молодец, ты на правильном пути. То, что подготовка, это еще три плюса, потому что это всегда надо готовиться, чтобы было комфортно, удобно, уютно, невзирая ни на что. Вот. То есть молодец, ты уже, то есть вот это уже профессиональный подход. То есть это чувствуется. Я поставил 9. Мне понравился ритмичность, очень понравилось. Сложность вещи, да, вещь сложная. Артистизм там можно 5 плюсов ставить. Вот. Баланс, да. Я еще хочу сказать, ты когда вот артистично так играешь, ты не забываешь о ритме. Это важно. Потому что иногда входишь в кураж, и все, у тебя пропадает это все. Бывает такое. То есть, но еще не забывай про баланс звуковой. Где-то бочечка пропала там, да. Ритмично ты играешь, но где-то пропала. Вот, поэтому вот я 9 поставил. Спасибо. Мы видели, как вы настороженно смотрели. Мы прямо взбодрились резко и сразу. Он не верился даже. Мне понравилось. Молодец. Спасибо. Не побоялась взять такое. Да. Тут современная музыка, тут Майкл Джексон, как бы. Молодец все равно. Андрей? За импровизацию. Импровизацию. Да, тут что-то свое такое сыграло там. Ну, не как в треке, конечно. И за стиль. Ну, все, в принципе. Спасибо. Молодец. Пока судьи совещаются, подписывают дипломы, мы предлагаем у нас опросить одного из главных людей этого конкурса, самого Равиля. Итак, Равиль, как ты сам пришел в мир музыки? Расскажи, пожалуйста. Можешь прямо на сцену выйти. Да, выключи. Мне здесь комфортно. Очень комфортно с тобой так разобщаться. И людям некомфортно. На самом деле произошло это довольно-таки давно, лет 20-30 назад. Шутка. Это было в школе в 9-11 классах, когда мы стали слушать более ритмичную музыку, но именно я стал слушать, где основа была ритм-секция, то есть такие коллективы, как Продиджи, Сепультура, ну, из разных стилей, если брать. И вот они меня вдохновляли именно сесть и попробовать самому это сделать. Друг меня пытался склонить к бас-гитаре заниматься, но тогда уже я выбрал себе дорогу барабанщика. И что именно повлияло на твой выбор дороги? Ну, и мне хотелось сделать именно вот, не быть частью ритм-секции со стороны струнных, а именно быть ритмом. Но мы видели, что ты сейчас садишься и играешь на гитаре. Ну, это так. Это пока я грущу, когда нет учеников. Пока кто-то опаздывает. Да. Итак, ставил ли ты себе какие-либо цели, связанные с конкурсом? На самом деле, мне очень хотелось посмотреть, как смогу ли я подготовить учеников
за столь короткий срок разучить, но непростые вещи, на самом деле. То есть нужно было приложить немало усилий для того, чтобы разобрать любую из песен. У любого ученика есть в песнях свои загвоздки, свои темные камни, какие-то подводные, да, там скрытые места, которые, допустим, мы с ними знаем, как мы преодолевали и тяжело доходили до результата. Но когда я сегодня их увидел, и мне было просто радостно за каждого. И я вместе с ними переживал, заново проживал просто все занятия, всю песню, когда они вот с первой секунды до последней играли. Мне прямо хотелось подыграть, не знаю, поддержать. Ну, в общем, молодцы. Ну, твои ученики тебя не подвели сегодня, не да? Не подвели, все молодцы. Я не могу выбрать кого-то лучшего, все они лучшие. Программа участников конкурса от программы простых учеников? Немного отличалась только тем, что спустя, скажем, месяц занятий мы уже перешли к разбору детального песни, то есть занимались только песней. Обычно программа состоит из того, что мы, допустим, за месяц разбираем тоже количество материала. И потом идем дальше, то есть более детально изучаем уже тонкости, да, этого искусства. А здесь уже нужно было конкретно двигаться к конкурсу, чем мы и занимались. То есть отличие только в этом. Спасибо большое. Ученики, всем понравилось заниматься с вами, да? Вручить ему торжественную грамоту, спасибо, которая вручается Равилю от школы Moose Create за большие успехи в преподавательской деятельности и воспитание талантливых барабанщиков. Это тебе что такое? Это конфетка. Вела битву за титул самого социального активного участника. То есть на протяжении всего конкурса участники могли постить фотографии, выставлять видео с уроков и делиться своими успехами с друзьями в социальных сетях. С тегами MSR18, Moose Create и музыка строгого режима. Кто это делал? Никто. А у нас, да, есть человек, который это таки делал, Рузана Шаранова. Рузан, расскажи, пожалуйста, вот ты вот ввела, мы видели у тебя многие посты в Инстаграме, тебе это как-то помогло, вот поддержка родных, близких, кто вообще к тебе сегодня, кстати, пришел, расскажи. Ко мне сегодня очень-очень-очень-очень неожиданно приехала сестра из Казани. У меня просто эмоции стало много. И, как это называть, коллега пришла по работе, тоже очень... Классная поддержка, моя еще одна сестра, лучшая подруга, парень моей сестры. Сестра парня. Парень, да. Подруги. Индийское кино. На все индийское кино. Да. Поздравляю. Твоя поддержка. Они тебя поддерживают на протяжении всего конкурса. Сначала я думала, что они меня, честно говоря, будут сбивать. То, что если я вот начала играть, я сначала ничего не постила, потому что у меня начался вопрос, как было там, сидела, сыграть там что-нибудь. Вот. И как бы это было бы дополнительное давление, я не умею под давлением хорошо работать. Вот. И, вот. А потом я решила, что как бы, почему нет? Уже нормально получается что-то. На работе ты там стучишь? На работе я всегда постоянно стучу поляшками, если никого нет. Спасибо. Да, если не постоянно клиент. Я их очень люблю. Здорово. Спасибо тебе большое. Всем поздравляю, что ты поделишься. Здоровей. Thank you.
Поаплодируем. Ну что, мы приглашаем, наверное, судей тогда выйти сюда и торжественно всех наградить. В первую очередь хотелось бы сказать, что это первый конкурс такой, да, у нас в школе? Да. И я думаю, что он надолго запомнится, потому что первое, оно всегда очень впечатляет. Мне нравится, что мы так по-семейному собрались. Был, конечно, была задумка большая, должно было быть очень много участников. Остались пятеро. Самые смелые, стойкие, что вас объединяет, это действительно упорство. Вот на вас смотришь, и видно, что есть у вас стержень, вы не боитесь, вас что-то спрашивают, вы совершенно не теряетесь, это здорово. И несмотря на то, что вы сражались между собой за победу, чувствовалось, что вы друг друга поддерживаете все равно. Это здорово. Ну и перейдем к приятной части. Никто у нас без внимания не остался. Все, потому что молодцы. Мы решили сделать различные номинации. Сначала мы выделим Чистякову Татьяну в номинации «Осьминог». Кто не знает, это очень классная номинация. Это значит, что твои конечности не зависят друг от друга. Молодец, это профессиональный уровень. Поздравляю. Не бросай играть на барабанах. Ладно. Ну что, следующий участник – это Салтыков Анатолий. Он победил в номинации «Стальные нервы». Следующий участник – это ветчанин Алексей. В номинации «Мистер обаяние». Поздравляю. Следующая номинация. Барабанная дробь. Четкие ритмичные удары. И вручаем мы эту номинацию Рузане Шарановой. Поздравляю. На самом деле Рузана эмоционально присоединила весь зал. Мы болели и действительно были соучастниками этого выступления. Это здорово. Ну и победитель конкурса. Прямо интриг. Берегите соседей. Снизу. На самом деле, безумно приятно. Я просто с самого детства мечтала об этом. Я брала барабаны, эти палочки от суши, я по стеклу, по всему. Мама говорит, что ты делаешь? Я говорю, не надо так делать. Я все равно брала и барабанила. А сейчас просто за два месяца и как-то вот с таким честным преподавателем в таком чудесном месте. Это нечто невероятное. Любите музыку, занимайтесь музыкой. Мы все большие молодцы. Музыка — это клево. И давайте играть на барабанах. Вот на этих. Ура. Все, ура. Я же сегодня пришла без поддержки, поэтому можно быстро тобой поддержки. Да, конечно. Ты огромная молодец. Я хочу поздравить судей, поблагодарить судей за беспристрастное, честное и искреннее судейство. То, как они давали оценки прямо по разным критериям, ответственно подошли к делу. Все молодцы. Максим Яковлев. Спасибо вам. Спасибо. Мария Голубева. Спасибо. Спасибо, Мария. Валерий Хитрин. Спасибо. Потап Серов. Спасибо. Андрей Баранов. Спасибо. Всех благодарю за то, что пришли поддерживать наших участников. Вы молодцы. Вы из 10 тех людей, даже да, из 15 тех, кто дошел до конца, тех, кто боролся. Особенно Рузанна, Юля, прямо вот молодцы. Вот отдельно, да, молодцы.
А сейчас для всех у нас есть сюрприз. Это выступление одного из самых суровых судей. Ну что, теперь мы судим. Я потом подготовлю сейчас. Сейчас я пошумлю чуть-чуть тогда, да? А потом включаешь.
два месяца. Да, за два месяца. Нет, я очень давно, так что тут как бы сам ты молодцы будешь.